и фанатик питал под зеленое оружие. Трактор не слишком. Ну и весь фанатик. Ну всем привет. Это Сергей Колеса вас приветствует. Обратно приехал на следующий день на рыбалку. Вчера мы ничего не споймали. На следующий день приехал на рыбалку ловить окуня и щуку. Попробовать на спине половить окуня и щуку. Сейчас будем ловить, продолжать пробовать. Купил я силиконовых рыбок на щучку и на окуня. Сейчас вам покажу. Сейчас испытаем эти рыбки силиконовые, щучку. Посмотрите, какие уловистые рабочие силиконовые рыбки. Виброхвост, джиги, твистер. Вот. Они рабочие. Вот. Я ничего не скрываю. Вот смотрите, какие ходовые. Как раз цвет то, что надо. На окуня, на щучку. Ну, в основном окунь хорошо берет. Смотрите, какие. Все, сейчас будем пробовать. Пока времени есть, будем пробовать. Друзья, сегодня воскресенье, выходной день. Сегодня много народа на речке. Ловят рыбу. Смотрите. Заняты. Места все заняты. Я сегодня хочу половить возле моста. Тут-то яма есть. И думаю здесь половить, потому что здесь глубоко, и хочу половить здесь. Попробовать. Ну ладно. Будем ловить. Так, разматываем наш спиннинг. Вчера я показывал катушку, обзор. Fisherman, фирма катушки, телескоп 2.10, очень хороший телескоп. Да, далеко кидаю. И все, разматываем, пробуем ловить на щуку, окуня. Будем пробовать. В прошлом видео я вам говорил всю оснастку на спиннинг. Спиннинг показывал палку 2 метра 10 сантиметров, 2,10, вес 40-80 грамм. Вес спиннинга 40-80 грамм, ну легкий, хороший и упругий. Ладно, будем пробовать ловить. Будем испытывать. Если получится что-то поймать, я вам все покажу. И хорошо объясню. На этом будем ловить. Попробую на этом сейчас, на твистер. Потом поменяем, что сегодня купил, на желтый, блестящий. Ладно, здесь сидят рыбаки, они ловят на живца щуку. И на удочке. Ладно, будем ловить. Тут классное место, конечно. Будем пробовать ловить. Не знаю, что-то раззыбнулось тут, что стукнулось. Только не пойму, что у меня. Что-то было, ребята. Ребята, что-то было столько же. Ударчик был. Да, да, ребята. Вот укусы. Вот следы укуса. Вот. Маленькие укусы. Щучка маленькая была. Ударила. Да, да. Была маленькая щучка ударила. Вот она укусила. Ребята, ударила маленькая щучка
Сейчас будем пробовать. Ладно, сейчас на пенька попробуем поставить. Сейчас попробуем на окунька маленький. Это такое. Сейчас попробуем окунька половить. Ну что, пробуем. Сейчас будем испытывать наши ловистые доставки. Выбирать хвосты. Я чуть не упал в воду. Сейчас будем испытывать ловить окуньку. Затяжка с паузой. Сейчас поменяю. Пойдем дальше. Сейчас туда пару раз закинем и пойдем туда. Вот, вот. А я вам забыл сказать, что у меня два таких спиннинга телескопических. По 40 грамм. И пойдем дальше на лесную патрулю там. А может лучше будет сейчас так. Сейчас попробуем и на силиконовые рыбки, и на блесну. Что будет, то будет. Сейчас ловим окуня. Что-то удар был. Ребята, удар был окуня. Сейчас пойдем туда подойдем. Он вот это уже завесы. Дорогие зрители, столько же поймаю я большую ракушку. Такую, смотрите, какую я ракушку поймал. Сейчас вам покажу.
Смотрите, какую ракушку я своего. Вытянул. На спину. Сейчас еще будет что-то. Я думал, что-то с рыбой, а оно ракушка. Ну, удачек был. Сейчас будем ловить. Какая ракушка. Большую. Ну просто кайф тянуть. И когда на клёке тянуть её так классно вообще. Водит по всему. Она такая сильная. Рывки такие. Удары такие. Сейчас круто попробуем. Раз, два, три, пауза. Потянули. Накрутили. Пауза. Или подумать так можно. Да, и тепло, неактивно, шика. Ладно, пошли на порейден до моста, попробуем там из-за моста сейчас попробуем покидать на спине. Попробуем потом на блесну. Тогда это хищник. Хищника надо искать везде. Ребята, перешел я на другое место, под мост. Сейчас попытаемся здесь поймать. Смотрите, ребята, я в таком бункере, в закрытом помещении, в таком бункере, в таком пространстве. Так что смотрите, а там окунек гуляет, гоняет рыбки. Надо туда. Будем ловить. Главное, чтобы на мост не закрыли. Это будет. Я чуть не упал. Ребята, вот это зацеп был. Я думал, что у меня грузик силиконовая рыбка с крючком в лоб полетит. Так она полетела и отвернулся. Хорошо, что отвернулся, так бы прям в голову. Ребята, я представляю, если бы была блесна грамм на 20-25, так там вообще оно и голову разбило. Ребята, короче, пробовал я щуку половить вот на блесну, на силиконовую рыбку, на твистера, на джиги, на иброхозы. Ничего она не хочет клевать. Сегодня, видать, давление плохое, неактивная щука. Ну, окунек пробивала, один раз что-то щука взяла. Окунек пробивал мелкий, с ладошкой, мелочь, ну а щуки нету. Кому понравилось такое видео, ставьте пальчики, лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.